Телеведущая разоткровенничалась с поклонниками Анфисы Чеховой, всегда была довольно откровенна с поклонниками и периодически делится историями из своей жизни. Недавно артистка вспомнила юность и порассуждала на тему отношений по расчету. Когда Анфисе было всего 20 лет, она впервые вступила в такие отношения, однако не ради денег, а из-за неразделенной любви. Анфиса думала, что в таких отношениях, где не будет любви с ее стороны, не будет и страданий. Довольно быстро Чехова поняла, что отношения по расчету совершенно ей не подходят, так как она хочет испытывать чувства к человеку, а богатство мужчины для нее не имеет никакого значения. И я позволяла себя любить, мучая и изводя этого парня невероятными закидонами и капризами, а потом и вовсе ушла от него к другому парню, более обеспеченному и цельному. Он подхватил меня под белые рученьки и повез отдыхать в Турцию. Этот парень мне не нравился никакими качествами, и совершенно непонятно было, любил ли он меня. Парень сорил деньгами, и с каждым его щедрым жестом я понимала, что любовь во мне никак не вырабатывается от хруста Бенджаминов Франклинов и в благодарность за чьи-то чувства. А без любви мне все не мило. На этом я закончила вступать в отношения по расчету, рассказала Анфиса поклонникам. Подписчики поблагодарили телеведущую за честность и поделились своими историями, когда вступали в похожий тип отношений, которые каждый раз быстро заканчивались.